обретаю веский образ в портрете в раме на холсте. Стремлюсь за что-то зацепиться на чистом сущности листе. Мечтаю быть отлитым в бронзу и бронзоветь на склоне дня. Зачем? Да просто убедиться, что бесы верили в меня. Наверно, это опечатка небес, и люди, черт возьми. А может быть, как раз десятку, что здесь и как, поди пойми. Что если образ вероломный ломает веру, зиждет ложь, и ложь растет в тени огромной, а ты уходишь не за грош. Ты, вышедший в тираж, оборвешь уже без жала и без слов. По старой памяти бормочешь еще про грех и про любовь, но нет в тебе уже ни капли любви, надежды и греха. И ты об этом не напишешь, даже видимо стиха. Когда же оно не состоялось, когда сумело не сбылось, откуда в нас такая малость, чтоб все однажды не сошлось? Ведь столько тысяч лет сходилось, и вдруг настал какой-то сбой, и ты уже врагу на милость не можешь жертвовать собой. Что ты лишь образ, ты раньше потерял себя. Ты в раме на холсте в багете, и мир приветствует тебя.